Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Приватизация Казцинк. Снова миллиардные схемы вывода капиталов идут в пользу кармана Назарбаева. Европейский Союз и Госдепартамент США официально признали Назарбаева авторитарным правителем, нарушающим базовые права граждан Казахстана. Сильнее всего Елбасы и его дочь Дариға Назарбаева волнуются, что казахстанцы не выучат китайский язык. Проблема народа не для них. Митинг шествия 22 марта будет организован по определенным маршрутам. Ищите ваш город в списке.